Всем привет, с вами Ирина, а в этом видео я хочу вам показать вот эту замечательную орхидеюшку с такими вот красивенными, словно действительно яблочки, как девочки назвали. Очень красивое растение, вы видите, у нас здесь есть 4 вот таких вот яблочка, так, и очень много молодых ростов. Одно яблочко у нас так немножечко, ну, как бы слегка закопана, да, более глубже посажена, но и от него нету молодых ростов. Молодые росты идут от вот этих вот 3, вы видите, да? Так что мы с вами ждем цветения от этой орхидейки. Обязательно я вам покажу, как она цветет. В предыдущих видео можно посмотреть, когда мы были у Вихмана, по-моему, там шикарные растения, просто невероятные были, все цветущие, очень много цветов, прям гроздь цветов, но я не рискнула покупать такое цветущее растение, потому что, во-первых, оно занимает, конечно же, очень много места, и я боялась, что это растение, пока мы его довезем, что это растение может сбросить все цветы. Поэтому я решила отложить свою покупочку. Ну, как бы на тот момент я воздержалась. Но растение очень красивое, цветы невероятные. Вот, так что обязательно мы с вами будем ждать. И я вам обязательно покажу, как будет цвести именно вот эта вот орхидейка Целогина кристата. Растение очень красиво. Я вообще всеми растениями довольна, которые прислал нам Швертер. Действительно, они постарались на славу. Вы видите, что здесь вот у нас и молодые корешочки растут. Ну, растение очень-очень красивое. Я это растение пока что из горшка не достаю абсолютно ничего, потому что мы посажены в кору, корешки мы растим. Я так слегка ковырнула. Так, верхний слой, все у нас там в порядке, поэтому не хочу я тревожить это растение, потому что вы видите, мы растим такие вот ростики, вот, и я не хочу лишний раз тревожить это растение. Я думаю, что многие уже видели, что у Швертера растения замечательные. Не один раз я вам показывала, мы доставали просто растения и смотрели корни, и вообще наличие этих корней. И не было ни одного растения, по крайней мере, мне не встретилось ни одно такое растение, у которого бы не было корней. Даже те же растения молодые, которые мы заказывали, там очень хорошие корни. Все растения очень красивые, очень такие прям все, ну, здоровые. Самое основное, самое главное, что растения приходят здоровые. Если мы покупаем здоровое растение, конечно, что оно у нас будет долго расти, цвести и очень долго будет нас с вами радовать. Так что вот такая вот орхидеюшка Целогина кристата теперь будет жить у меня. Я вам обязательно покажу, как она будет цвести. Ну а сейчас я буду с вами прощаться. До новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки и пока-пока!